Все виды транспорта без ограничений будет пропускать новый мост через Москву-реку в Бронницах. На прежнем действуют ограничения по грузоподъемности и габаритам. Не пускают транспорт весом более 20 тонн и выше 3,5 метров. На этой неделе дорожники завершают третий этап строительства нового сооружения. Пролет моста будет состоять из 15 блоков, каждый длиной 40 метров. Сейчас смонтированы 10, и часть из них уже... Часть из них уже поставлена на опоры. Для этого строители используют технологию надвижки. С берега к воде всего за 10 минут мост перемещают на 2 метра. Высота инженерного сооружения позволит без проблем пропускать под ним речной транспорт. Что касается транспорта на самом мосту, то он будет двигаться в две полосы. Новый дорожный объект заменит прежний мост в Бронницах, который сейчас находится в предаварийном состоянии. Сроки строительства обозначены январем 2014 года. Это строительство нового моста и разборка существующего моста. Планируется переключение движения по новому мосту конец декабря 2012 года.